Приветствую вас на моем канале «Разборов анонсов психологических обзоров». И сейчас мы с вами поговорим о проекте «Модель Excel». Я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии, а в следующей серии у нас финал. А вы мне напишите в комментариях, какая девушка вам нравится больше всего, какая, по вашему мнению, достойна победить. Не просто та, которую вы знаете, что она выиграет, а та, которая достойна, которая, по вашему мнению, должна была победить. Итак, финал. В финале сначала у нас будет 4 девушки. И сразу же 2 отпадут. В начале серии 2 отсеят. И останется 2 девушки. Это будет Ника и Даша. Вообще, модель Excel довольно предсказуемое шоу. Так как в первом сезоне тянули Терехину, так как ей даже выпало золотое платье, королевское платье, а не серебряное, как ее партнерши. Хотя ее партнерша была более восточная, и золото ей больше подойдет. И так как всем прическу портили, а Терехиной оставили, то несложно догадаться, кто выиграет во втором сезоне. Конечно же, выиграет Даша. Тем более, показали такой анонс. Ну, это очевиднее некуда. А вы мне напишите в комментариях, какая девушка вам нравится больше всего и какая должна была победить, по вашему мнению. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!